Сегодня православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников – Преображение Господня. Он связан с земной жизнью Иисуса. По преданию, в этот день на горе Фавор Христос предстал перед учениками преображенным. Лицо его было озарено светом, а одежды стали белыми. Священники в этот день облачаются в белое одеяние, что символизирует божественный свет. Православные христиане освящают плоды нового урожая – виноград, груши, сливы и, конечно, яблоки, которые с этого дня разрешается есть. Воцерквленные говорят, те, кто причисляет себя к истинно верующим христианам, до второго спаса яблок не едят. В народе этот праздник известен еще как яблочный спас. По традиции в это время пекут пироги, варят варенье, угощают окружающих, а также готовятся к осени. Виноград же вспоминается в Евангелии. И не один раз Спаситель сам про себя говорит: «Я, говорит, есть виноградная лоза». Ученикам своим говорит: «А вы ветви». Мы же, как последователи Христа, наверное, являемся ягодами. Православные люди в это время с первого спаса, с 14 числа, постятся до 28-го. В постный день сегодня можно рыбу кушать. Люди православные идут в храм и освящают яблоки, виноград нового урожая. Потому как до этого это все нельзя было кушать.